Самые нужные английские слова, часть 95. Part 95. Итак, разберем следующие слова. City – город. Almost – почти что. И include – включать. Но я живу в этом городе. I live in this city. Мне нравится этот город. I like this city. I like this city. У меня много друзей здесь. I have many friends. I have many friends there. Далее. Она живет в большом городе. She lives in a big city. Моя мечта – это жить в большом городе. My dream is to live in a big city. My dream is to live in a big city. Значит, этот город очень красивый. This city is very beautiful. This city is very beautiful. Далее, almost, почти что. I almost did it. Я практически сделал это. Я практически закончил мою домашнюю работу. I almost finished my homework. I almost finished my homework. Он практически победил. He almost won. He almost won. Далее, include это. Include это включать. Например, include this material in your report. Давайте перейдем. Включи этот материал в свой отчет. Include – это встречать. Material – так же, как и на русском. Материал out report – это отчет. Например, он был включен. He was included в ту команду. He was included in that team. He was included in that team. Например, его имя не было включено. His name wasn't included. His name wasn't included. Здесь мы видим употребление именно страдательного залога, когда у нас was, were плюс третья форма. Также мы с вами еще посмотрим синоним. Значит, not include – это на английском leave out, фразовый глагол. His name was left out. Вы также можете посмотреть плейлист про фразовые глаголы, и там как раз вот подробно разбираются все фразовые глаголы, в том числе и фразовый глагол leave out. Это значит не быть включенным. His name was left out. Значит, фразовый глагол – очень полезная вещь. Итак, смотрите. Значит, city almost include. I live in this city. Конечно же, in. Не поставили. Я живу в этом городе. I live in this city. I like this city. I have many friends there. Далее. She lives in a big city. My dream is to live in a big city. This city is very beautiful. I almost did it. Далее. I almost finished my homework. He almost won. Include this material in your report. He was included in that team. His name wasn't included. И фразовый глагол «не быть включенным», «his name was left out», фразовый глагол «leave out».